знаю, где кто ты. Данечка, приветик. Да. И до скольки ты работаешь? Почему уже поздно-то вообще-то? Или ты в ночь работаешь? Как ты работаешь? Как дела, Данечка? Я даже предположение. Если ты пытаешься меня запутать, то лучше этого не нужно. Я работаю день, ночь, тепло. Ну, это, мне кажется, неудобно. Блин, улыбка, спасибо. За что мне такое? За что? Спасибо большое, Данечка. Обалдеть. Вот и не жалко же человеку. Конечно же нет, какой-то араб пришел. Что, кто это? Уберите араба. Маха, кот, ты еще тут? Как убрать кота, если он не админ? Данечка, чем занимаешься? Почему не вот в чате? А, так может только если мультичат, разве нет? Если мультичат, то можно, а так в обычной трансляции нельзя. А что ты хотел отправить? Кто ты? Странно. Меня это пугает, мне это не нравится. Можно мне сказать, кто ты, и все. И тогда я уже искренне порадуюсь. Буду с тобой беседовать. Буду своей работы. Не подарок. Не подарок. Не подарок. О, чего? Маленькая принцесса. Как же тяжко. Ну так нечего было наедаться роллов, чтобы не было тяжко. Тима, привет. Ничего. Вадим, а ты чего? Что там? Уже и пиво не лезет. Так нечего пить. Ничего себе, так ты повар. Повар. О, Д'Артаньян Абдулла, привет. Так, значит, что это дела такие? Есть. Как дела? Вадим, что ты еще готовишь? Смотри, рыбу ловишь, готовишь. Прекрасно. Твои, как мои нормально. Я сегодня вообще злюка-злючная, если честно. Просто. Я такая агрессивная, злая. Я тебя не видела, Настя. Я тоже тебя давно не видела. Залетела в мультичат, в котором ты присутствовала, написала, но ты не увидел. Думаю, ладно.
Как твои дела? А, у тебя нормально, да? Надеюсь. Не заходил. Да, я знаю, что не заходил. Ты, кстати, меня терял, заходил к Аленке.